В Анапе проживает 34 тысячи молодых людей. В 2013 году в рамках молодежной политики специалисты Управления по делам молодежи провели масштабную работу, решали социально-экономические проблемы занятости молодежи. Сегодня в ведомстве Управления по делам молодежи два учреждения – молодежный центр «21 век» и центр патриотического воспитания «Ратмир». В городе работает 9 учреждений профессионального образования, в которых обучается более 10 тысяч студентов. Около 5 тысяч из них на дневных отделениях. Благодаря слаженной работе всех учреждений профобразования, их активной позиции, участия в краевых муниципальных конкурсах, военно-патриотических мероприятиях, флешмобах, Анапа считается лидером по молодежной политике в Краснодарском крае. На территории муниципального образования в единую базу данных волонтеров занесено 700 добровольцев в возрасте от 14 до 30 лет. Волонтеры организуют и проводят мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и табакокурения, помогают проводить благотворительные акции. Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» участвуют в городских экологических акциях и субботниках. В 2013 году на базе молодежного центра «21 век» открыт многофункциональный центр «Навигатор», основной целью которого является помощь молодым гражданам, которые желают попробовать себя в предпринимательской деятельности. И в июне 2013 года на базе Центра культуры «Родина» прошел стартап-тур, который вел один из известнейших бизнес-тренеров России Барри Алибасов-младший. В декабре 2013 года 20 молодых людей муниципального образования город-курорт Анапа, которые создали свои проекты по предпринимательской деятельности, получили возможность в городе Краснодаре в консалтинговых фирмах проконсультироваться по этим проектам и открыть свой бизнес. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая отметила эффективную работу специалистов управления. В рамках содействия в занятости и трудоустройстве специалисты Управления по делам молодежи провели работу по первичному учету и анкетированию подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Трудоустроили 1110 человек на постоянное и временное место работы. В 2013 году Управление по делам молодежи Анапы было признано лучшим среди муниципалитетов Кубани по организации работы в сфере героя патриотического воспитания. В рейтинге Департамента молодежной политики Краснодарского края Анапа занимает первое место по вовлечению молодежи в мероприятия антинаркотической направленности. В 2013 году в Анапе прошло более 6 тысяч мероприятий разной направленности с общим охватом 215 тысяч человек подростков и молодежи. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.